Вернулись с громкой победой. Команда Аграрного университета заняла первое место в универсиаде вузов Минсельхоза России. С победителями лично пообщался глава региона, а заодно оценил, каким образом в учебное заведение привлекают столь талантливую молодежь. Секрет успеха узнала и наша съемочная группа. За время моего дежурства происшествия не произошло. Личный состав отделения занимается согласно распорядку дня. Докладывает лично губернатору. В учебной пожарной части при Аграрном университете занимаются 150 студентов. Ежедневно стоят в карауле. Для них нет поблажек. Хотя еще учатся, должны уметь собраться на тушение пожара в считанные секунды. Они осуществляют посадку или в гараже, или вне гаража. И убывают на пожар в течение 2 минуты. У нас по-другому уже нет. Это норматив. День, ночь, в любое время суток. В Аграрном университете решили выбрать особый подход. Здесь готовят будущих абитуриентов еще со школьной скамьи. В инновационных центрах завтрашние студенты изучают современную технику, в том числе ту, что сейчас активно используют при сельскохозяйственных работах. Подход правильный, говорит губернатор, ведь в последнее время желающих получить инженерную специальность стало меньше, а привлекая школьников, вузы готовят достойных абитуриентов. Нам очень важно, чтобы такой подход правильный был в каждом вузе. Тогда мы уже профильно можем сориентировать школьников и будущих уже потенциальных студентов университета. Вот подход. А вот и те, кто уже доказал, что являются гордостью родного вуза. Команда СГАУ пару дней назад вернулась из Краснодара. Там проходила летняя универсиада вузов Минсельхоза России. Первое место в общекомандном зачете по праву заняли студенты Саратовского аграрного университета. Признаются, с трудом вырвали победу. Новосибирск, Южноуральск, Ленинград и Кубань нас зажимали, то есть мы боролись. И выиграли в Новосибирске всего 51 очко, это по таблице очков вообще нет ничего. Наши дети были, студенты, быстрее на полшага, длиннее, дальше прыгнули на 2 сантиметра. Теперь команда Аграрного уже пятикратный чемпион летней универсиады. Это, говорит губернатор, лишний раз доказывает, что саратовские студенты лидируют не только в науке, но и в спорте. За 80 лет у нас много положительного, много тех направлений, которые до сегодняшнего дня продвигают имидж Саратовской области. Но спорт – это всегда вот виду ямы, да? Или мы держим удар, или мы движемся вперед. В завершении посещения губернатор вручил благодарственные письма и дипломы спортсменам и тренерам команды Аграрного университета и пожелал и дальше достойно представлять вуз на всероссийских соревнованиях. Эллада Тагиева, Елена Петрова, Олег Бирюков, Саратов 24.